Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1187. Тема «Грех». Глухие люди, наверное, не будут осуждены Богом за грех многословия и прочее, что связано с языком, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Так говорят люди, близко незнакомые с глухонемыми. У нас вообще не целая группа глухонемых. Они могут разговаривать со скоростью, почти не уступающей нашей. Это дело техники. И в разговоре они говорят абсолютно обо всем. Они точно такие же грешники, как и мы. И смеются, и осуждают, и злятся друг на друга, и угрожают, и все жестами. И Бог судит не за язык, а за осуждение, за унижение другого.